1 437 000 000 рублей Башкортостан получит на поддержку системы здравоохранения. Деньги пойдут на прибавку к зарплате медработников. Федеральный транш поступит из резервного фонда правительства России. В общей сложности между 85 субъектами распределили 58,5 миллиардов рублей. Доп. Финансирование необходимо, чтобы увеличить рост зарплаты в медицине общероссийскими темпами. Глава Кабмина Михаил Мишустин отметил на недавнем заседании в правительстве необходимость перечислить все положенные средства медработникам оперативно и в полном объеме. Москва на повышение зарплат получит 7,5 миллиардов, Московская область 2 800 000 000, Санкт-Петербург 2,5 миллиарда, Башкортостан по размеру транша на первом месте в ПФО. Напомню, это почти 1,5 миллиарда. Чуть меньше 1 300 000 000 перечислят соседям из Татарстана, и чуть больше 1 миллиарда направлено в Нижегородскую область.